Предложил бред? Полезай в тетрадку. Пожалуйста, будьте сейчас предельно внимательны. Информация, которую вы вот-вот услышите, вполне возможно изменит вашу жизнь навсегда. Приготовились? Аниме «Тетрадь смерти» вышло в 2006 году. 15 чертовых лет назад. Отстаньте уже от несчастной тетрадки. У нее уже все страницы повылетали. Привет, просветители! Да, как говорится, почувствую себя старым. Тетради смерти 15 лет, а манги и того больше. Каждый раз, когда на этом канале мы говорим об очередной попытке запретить аниме... Слушайте, я, похоже, никогда без контента не останусь. Пытаемся найти позитивный момент во всем. Ваш недельный доз позитива. Я искренне надеюсь, что ниже упасть уже просто невозможно. Вот оно дно. Но нет, проходит пара месяцев, и предыдущие новости кажутся просто невинной шуткой. Пределы человеческой глупости глупости, похоже, правды нет. Все новые и новые взволнованные граждане узнают о пугающем синем ките 2.0 Тетрадь смерти? что то новое такое, да? И полетела телега защиты детей по кочкам японской анимации. <мас> Возможно, я не прав, но я искренне считаю, что если ты несешь какую-то информацию на достаточно большую аудиторию, и не просто «меня зовут Паша, и я считаю так-то», к этому-то мы привыкли. А выступаешь в роли эксперта, было бы неплохо? Неплохо бы. Сначала хотя бы узнать, о чем ты говоришь. В какой конкретной области не являешься экспертом. Но зачем? Услышал звон, не знаю, где он, но своим экспертным мнением, опять же подчеркну, экспертным поделиться просто необходимо. Ну не хочешь ты по каким-то причинам разбираться в вопросе? Так и не выступай с набором слухов. Признаться, что ты чего-то не знаешь, не стыдно стыдно нести о колесицу с умным лицом. Идеальным примером подобной речи является уже просто хрестоматийная бредятина о Доке 2. Есть такая игра Дока 2. Что такое Дока 2? Она разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что Нет, он 18. в эту игру играл... Э, да, от 18 лет старше. Но видно, что он в эту игру играл в 13, 14, 15, и у него многие дети ее играют. А что это за игра? Это. Мне тогда тоже стало интересно. Это игра, где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, то есть может придумать ту же школу, также ее взорвать, убить, но там будет изощренная ситуация. Когда в инстаграме очередного специалиста, неважно в какой области, встретите... Всегда держите в уме, что он может оказаться вот таким знатоком. Радио, прямой эфир, сочиняю прямо на ходу. А вы тоже в детстве так друзьям рассказывали о несуществующих играх? То есть там ты не изготавливаешь бомбу, то тебе дается различное оружие, ты можешь трейд делать. Почему он называется Докатрейд? Там ведется трейд различными оружиями убийства, уничтожения людей. Торговый, то есть ты можешь, там, смотри. к примеру, как вытаскивать там специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут. Господи, обратите внимание на количество подробностей. Естественно, далекие от игровой индустрии люди поверят. Ну нельзя столько всего придумать. Можно, оказывается. То есть это вот длится вот 10 минут. Как вы их вот, -вот затягиваете... Так, Филипп, да. Ну, Но... она вообще в шоке, что такое есть. Я не знала. Никто не знал, не волнуйтесь. И не существует. Ну что ж, похоже, Дока 2 трейд получила продолжение в лице аниме. И как мне кажется, в этот раз все еще хуже. В случае с Докой там хотя бы был эфир у Соловьева, что само по себе говорит о многом. Владимира Соловьева в тренды Ютуба. Здесь же священник выступает на семинаре для заместителей руководителей общеобразовательных организаций Архангельска. Чувствуете уже немножко другой уровень? Докладчик перед завучами школ вещает. Всегда хотелось верить, что на педагогических конференциях информация все-таки немного фильтруется. Похоже, я ошибался. Многие школы столкнулись с тем, что ученики стали увлекаться так называемыми тетрадями смерти. Понимаете? Так называемыми. Это уже не аниме и не манга. Это что-то из реального мира. Открываешь свою так называемую тетрадь смерти. Предложил бред. Полезай в тетрадку. Я не удивлен, что священник не особо разбирается в аниме тематике. Это вполне нормально. Но зачем тогда такой вопрос поднимать? Что еще за так называемые тетради? Если речь о тлетворном влиянии конкретного аниме, то этот эпитет вообще ни к селу, ни городу. А еще есть видеокассета, которая людей убивает. Что? Я думал, мы здесь городскими легендами делимся. Окей, возможно, я просто к формулировке придираюсь. Эджи, я. Но что еще за стали увлекаться? Проснитесь, тетрадь смерти, пожалуй, самый популярный аниме уже 15 лет. Вернее так, было самым популярным. Давайте тогда влияние творчества группы Тату поговорим. Приблизительно то же самое время. Уже поколения выросли, а мы только заметили, непонятно правда где, что тетради смерти по школам распространяются. В последнее время ко мне все чаще поступают сообщения от обеспокоенных родителей. Детки боятся ложиться спать. Маленькие ангелочки. Им очень страшно, потому что детишки верят, что во сне к ним придет страшный мужчина в полосатой кофте, испугающий перчаткой с лезвиями. Да, ребенок посмотрел кошмар на улице Вязов и все. Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре, закрывайте дверь в своей квартире. Пять, шесть, Фредди всех вас хочет съесть. Пора остановить это безумие. Вы вообще знаете, как это новомодное веяние на психику детей влияет? И что, что фильм вышел в 80-х? А мы только сейчас о нем услышали. Нет, серьезно, чтобы об этой ленте не поговорить. Ну если и тетрадь смерти вдруг сейчас так актуально стала. За всем этим стоит очередная попытка инфернальных сил сделать смерть романтичной и привлекательной. Причем в отличие от синего кита... Николай Соболев вошел в чат. На нынешнем этапе под видом комиксов и мультсериалов идет тонкий процесс перепрограммирования сознания детей на восприятие игры со смертью как чего-то желанного и исключительного, к чему хочется быть причастным. Только цена за подобное увлечение осталась неизменной. Жизни и души наших детей. Где вы были 15 лет назад, когда тетрадь смерти все Поголовно смотрели, наше сознание уже перепрограммировано если на то пошло. Естественно, такого ажиотажа, как Дока 2, это выступление вызвать не может. Об инфернальных силах, стоящих за тетрадями, все же не в прямом эфире радиостанции рассуждали. Но вреда подобные высказывания вполне возможно принесут не меньше. Когда человек максимально далекий от игр, фильмов, анимации, начинает рассуждать на эти темы и делать какие-то далеко идущие выводы, смешно только нам, уверяю. А люди, до которых пытается достучаться оратор, воспринимают это все вполне серьезно. Потому что они точно так же не в теме. Все эти тетради, гули, доки – для них темный лес. А тут серьезный, взрослый человек все подробно рассказывает. Наверняка кто-то из присутствовавших на конференции преподавателей возьмет эту пламенную речь на вооружение и начнет в школе с инфернальными силами бороться. Ученики этот кусок текста послушают и в очередной раз убедятся, что родители и преподаватели вообще ничего не понимают. А кто-то из учителей на родительском собрании об этих ужасах расскажет. И вот уже мама с папой пытаются докопаться до дочери. У тебя есть так называемая тетрадь смерти? Или ты еще в процессе ее создания? Или покупки? Не знаю, как она появляется. Опять, вместо того, чтобы говорить о реальных причинах подростковых акцент смещается, бог знает на что. Я уже много-много раз говорил об этом на канале. Несешь бред, борешься за все хорошее, иди до конца. Запрещаете аниме? Запрещайте сериалы по ТВ, убирайте новости из эфира, там точно такая же вредная информация. Тетрадь смерти подталкивает подростков к преступлениям и Даже спорить не буду. Требуйте запрета преступлений и наказания. Возможно, для кого-то это будет сюрприз, но эти два произведения очень похожи. Очень. А бедная Лиза ни к чему не призывает? Почему бы против нее не выступить единым фронтом? А потому что это смотреться будет глупо аудитория подобных запретов и речей отлично понимает, что лично их, что Достоевский с Карамзиным, что новости на первом, не заставят выпрыгнуть из окошка. И лозунг «Запрещаем книги» не взлетит. Такого оратора просто с коричневой субстанцией смешают. А вот когда требуют уничтожить то, о чем человек знать не знает, это совсем другое дело. Мало ли что там эти японцы в свои мультики запихнули. Я их не видел. Ни мультиков, ни японцев. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина поддержала запрет на трансляцию аниме для защиты несовершеннолетних от негативного контента и уменьшения случаев детских. Полагаю, что запрет на распространение отдельных мультфильмов и программ не единственное средство уменьшения количества детских. Серьезно? Не единственное? Да ладно. А я-то думал, вот запретим аниме, и трава сразу зеленее станет. Это не первопричина. Дело в совокупности негативных факторов. Тем не менее, я горячо приветствую, когда негативный контент исчезает, отметила Митянина. То есть, я, конечно, понимаю, что дело не в аниме, но давайте все же запретим. Я очень надеюсь, что Анна точно так же выступает за запрет сериалов на НТВ, новостей и половины школьной программы по литературе. А иначе как-то лицемерненько получается. Вот Раскольников ни к чему не подталкивают, а Лайт сразу к а самое главное, кому вообще в голову пришло соединить и тетрадь смерти. Анна Митянина подчеркнула, что самая частая причина у детей – это конфликты с родителями. На втором месте находятся проблемы с учебой, на третьем – конфликты со сверстниками. А как же аниме? Мы ж тут с аниме боремся? Может, тогда начнем про главные причины на каждом углу трубить? Да, не, лучше про аниме и синего кита поговорить. Еще в конце 2013 года Уральский родительский комитет, однажды мы про этих товарищей уже говорили в ролике, пришел к выводу, что манга «Тетрадь смерти» содержит негативную информацию, которая может спровоцировать неадекватные поступки и действия со стороны подрастающего поколения при условии нахождения их в состоянии депрессии, подавленности, изоляции. Вот это открытие! Медаль на шею. Срочно. А то, что в состоянии депрессии, подавленности, изоляции, все что угодно может на человека повлиять, в голову не приходило? Нет. В свое время Павел Астахов, не надо со мной путать, выразил уверенность в запрете указанной манги. Мы все-таки найдем юридическую форму и докажем, что в тетрадях смерти содержится противозаконная информация. И надежду, что издатели сами изымут из продажи эти книги и не будут дожидаться, когда придет государство и начнет действовать огнем и мечом. Что еще за тетради и эти книги? Павел, похоже, тоже думает, что это целый жанр такой. Но вы можете себе представить, чтобы грамотный человек заявил, эти книги – преступление, наказание, эти книги – герой нашего времени. Откуда там множное число? Может, еще и с маленькой буквы? Некие герои нашего времени. Ну и как, и так называемые тетради смерти. А как вам недавнее разбирательство в Петербурге? Само название тетрадь смерти уже, когда существует проблема с поведение достаточно одного названия, чтобы говорить, что идет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка. Эд, блин, в суде озвучивают. Ну так раз одного названия достаточно, так запрещайте сразу же телевидение и литературу. Вы вообще представляете, сколько раз там слово смерть встречается? А раз детишки настолько чувствительные, что ж все произведения искусства и все разговоры о конечности человеческой жизни на свалку. Седьмой класс. Тарас Бульб убивает своего сына. Вы о чем? Сжечь учебник? Сжечь его? Как такую гадость можно к детям подпускать? А, это другое. Ну, видите, я опять что-то не понимаю. В данном случае нам показывается положительный герой, то есть он должен быть эталоном поведения. И этот эталон поведения фактически главный герой, с которым себя отождествляют все, кто смотрит этот мультфильм, берет и легко убивает. А положительным героем надо подражать. И ребенок начинает подражать. Во-первых, с чего он стал положительным героем. Но это ладно, не всем кинообзорщиками быть. Во-вторых, повторю: Тарас Бульба положительный герой. Убивает своего сына. Положительным героем надо подражать. Мне так в суде сказали. И ребенок приходит домой и убивает своего младшего брата. Ну, звучит логично. Нет, блин, это бред. И да, у тетради смерти есть ограничение 16+. А у Тараса Бульба его нет. И что ж теперь делать? Я все ж предлагаю сжигать книги. Ну пожалуйста. Ну хоть разочек.